Из регионального банка Лумиса Фарго похищена астрономическая сумма. Полиция называет это ограбление крупнейшим в истории Америки. Сумма хищения — 17 миллионов долларов. Установить личности злоумышленников полиции не удалось. Мы ограбим Лумиса Фарго. Дэвид! Кажется, пуля прошла между ягодиц. Ну да, оцарапала мне булки в самом нежном месте. Боже всемилостивый, это я, Дэвид. Он молится? Прости меня за этот грех. Молится. Обещаю потратить деньги на добрые дела. Например, открыть приют для хромых лошадок. Что за тюфек, а? Так, кого надо убивать? Не при детях. А, одного из них? Нет. Дэвид? Спокойно, детка, это я. Только не волнуйся. Что за труха? В следующий раз предупреждаю! Спасай свои сиськи! Что? Иногда единственный выход — идти на пролом! Не-не-не-не-не!